В России появилась льготная ипотека. Правила программы льготного ипотечного кредитования будут следующими. Под 6,5% годовых можно будет купить новое жилье комфорт-класса по цене до 3 миллионов рублей в регионах и до 8 миллионов рублей в Москве и Петербурге. Льготная ставка будет действовать на весь срок кредитования. Путин отметил, что получить льготный ипотечный кредит возможно будет в период до 1 ноября 2020 года. Правительство должно будет субсидировать банкам недостающую часть процентной ставки по ипотеке. Известно, что на эти нужды потребуется не менее 6 миллиардов рублей. Точную сумму, которую направят на реализацию программы льготных жилищных кредитов, власти пока обсуждают. Знаю, что банк ВТБ уже с 20 апреля 2020 года запустит ипотеку по данной программе. С вами был юрист, эксперт по недвижимости Евгений Корсакин.